Как вы готовите тосты? Слегка не дожариваю. Так, отлично. Представьте себе степень готовности тоста и нажмите кнопку. Вот. Это теперь ваша работа – управлять всем в доме. Для кого? Для настоящей вас. Мне здесь не нравится. Выпустите меня! Будет гораздо проще, если вы посодействуете. Я вам не мартышка, которая жмет на кнопки. Предпочтете вообще ничего не делать? Ну ладно, увидимся через полгода. Нет-нет, стойте! Все еще не передумали? Умоляю, дайте мне какое-нибудь занятие. Я на все согласна.